выставка Алексея Попова – одна из тех выставок, в которых участвуют наши преподаватели. Преподаватели школы акварели Сергей Николаевич Андрияки. Алексей Борисович Попов – преподаватель школы акварели Андрияки. С 2001 года он возглавляет студию «Афорта». А школа акварели всегда старается презентовать работы своих преподавателей. А все преподаватели у нас художники. И Алексей Борисович тоже художник. И художник известный, художник очень интересный. И в Москве, и не только в Москве, о нем уже много известно. Поэтому мы стараемся презентовать выставки наших преподавателей-художников. И в данном случае это как раз одна из таких выставок. Поскольку работы Алексея Борисовича представлены сериями и даже целыми блоками, то концепция выработалась сама собой. В разных залах представлены разные серии его работ, такие как, например, афортная серия в храме, пейзажная серия, выполненная в технике темперной живописи, простые мотивы. Натюрморты интерьеры, объединенные темой старого деревенского чердака. Отбирал работу для выставки сам автор, а мы лишь помогали ему все это представить наиболее полно и ярко. Его пейзажная живопись выполнены в темперной технике. Художник растет, художник развивается, он находится в постоянном поиске. Именно поэтому нужно было представить и ранние его работы, и работы, которые выполнены в более позднее время. И особенно мы хотели представить то, что выполнено в последние годы художником, то, чего еще широкая публика не видела. Графические его работы, они настолько сложны, совершенны и интересны по глубине, по своей философской наполненности, вот афортные серии, что тоже нельзя сказать, что они нравятся или не нравятся. Они интересны, они глубоки, и они заслуживают пристального изучения.
исходя из одного какого-то места, то есть найденного им деревенского чердака, заполненного прелестными совершенно старинными вещами, он нашел такое количество мотивов и интересных тем и так их великолепно обыграл, что вот сама эта серия по себе, она уже интересна тем, как художник умеет из одного какого-то объекта найти огромное количество тем для своего творчества. Вот приехали в деревню, вот старый дом, там почти 100 лет. Он каким-то образом сохранился в таком относительно нетронутом виде, там остались все эти вещи быта крестьянского и так далее. Чердак, вот которому посвящены все работы, он как бы в коньке находится. Он сделан чердаком. Если кто-то когда-то был на чердаке, изучал или видел эти предметы, которые здесь, вот прялки, например, нарисованы, чесалки, какие-то деревянные короты, это предметы этнографии уже, они уже вышли из быта. И вот специально мы как бы обыграли театрально сделать и поставить именно вот этим коньком. Я вообще думал, что буду пейзажи писать там. Походил что-то пейзажи, мне как-то не очень там было интересно в этом смысле. А потом вдруг я увидел, думаю, а вот такого еще не было. Вот поднялся на этот чердак и увидел там какую-то тему для себя, что-то новое, чего еще я вообще не пробовал делать. Да? И взялся постепенно, не планируя вперед ничего. Но это, конечно, не каждый раз бывает. Это касается только вот этой темы. Она не планировалась. Все остальные серии, которые здесь представлены, они имеют свою историю, логику даже, возникновение определенное. Да. А здесь ее просто не было. Понравилось случайно совершенно, не задумано сначала. Вот когда уже я понял, что хочется сделать, тогда уже включается и логическое мышление. А вот сделал вот это, теперь вот то, вот напишем окошко, потом там корзины нарисуем. Вот здесь уже логика включается. Да? Здесь это было просто в виде какого-то эмоционального, что ли, отдыха. Сюда приезжаешь и можешь делать, что тебе хочется. Ни о чем особенно не заботись. Вот понравилось что-то, взял, написал. Когда уже тема пошла, то тогда, конечно, включается уже профессиональное размышление. Что вот, а хорошо бы показать еще и вот этот уголок, и вот этот. Или там нашлась какая-нибудь неожиданная интересная вещь в подвале в виде там ступа или какого-нибудь корыта там старинного. Вот его выставил, натюрморт сделал. Но мне он кажется очень равнозначный. Что пейзаж? Он другую берет, например, уже бумагу, у него акварель, пастель идет. Он очень романтический такой. Вот эти акварели, которые здесь вот представлены, это фрески Старой Ладоги, вот, пожалуй, отсюда все и началось. Это вот первые попытки воплощения такого рода сюжета. Ну, акварели удобнее просто делать в поездках, когда ты
находишься в каком-то путешествии, чтобы не таскать на себе масляные краски, там, холст, все это так громоздко. Акварель – удобная вещь для вот условий походных, что ты раз быстренько написал, просохло, сложил и пошел дальше. И тяжести особой нет. Встреча с Поповым Алексеем Борисовичем, московским художником, член-корреспондентом Российской академии художеств, у нас не случайно. Наш зал «Замоскворечье» известен с 1994 года. Мы продолжили традицию, реалистическую традицию русской живописи, русской графики нашего Российского союза художников. Мы наследники всех тех выставок, которые проходили в залах Союза художников России. Не зря нас называют «малой Третьяковкой», потому что мы с этими художниками работаем. Вот, например, афорты, да, почему я обратился к этой технике. Ее преподавали в институте, и я делал все то, что все, упражнения. И вот когда я познакомился с этим в виде техники, я понял, что, например, тему «Соловки» или «Храм», сделать это именно такой техникой будет наиболее выразительно, наиболее точно это будет все звучать. Серия работ в храме афортов, да, возникала каким образом? Я до Суриковского института закончил училище еще 1905 года по специальности реставратор древнерусской живописи, то есть икона и фреска. И работал по специальности некоторое время. Работая в храмах, вот в Троице-Сергиевой лавре, там, на Соловках, в Ростове, Ярославском, в Новгороде, мне как-то хотелось это все отобразить. И я делал эскизы, зарисовывал что-то, собирался какой-то материал. И он вот так лежал, ждал своего часа. А техника афорта, когда появилась, вот, скажем, я стал ей заниматься, я увидел, что вот это все можно очень хорошо сделать именно в ней. Архитектура вот у него в афорте, это более четкость, это такие, знаете, фуги Баха. У него были потрясающие совершенно учителя. Это Пономарев, который до Церетели возглавлял Академию художеств. Это Николай Львович Воронков, наш изумительнейший совершенно график, откуда такая школа и идет.
А форт, как правило, не делается в один раз. Там с металлической этой пластиной приходится довольно много работать, печатать пробные оттиски, поправлять, что-то добавлять, что-то убирать. И, в общем, в процессе этой работы конечный результат выглядит, как правило, несколько иначе, чем первоначальный замысел. Ну, и в этом тоже есть определенное преимущество владения этой техникой, потому что ты точно не знаешь, что будет. Но если работу вести, так сказать, упорно продолжать, ну, она будет, может быть, еще интереснее, чем ты задумывал в начале ее. А технологию афорта, конечно, на словах рассказать сложно. Если в двух словах, то это один из видов гравюры на металле. Бывают афорты черно-белые или цветной. Там черно-белый он делается на одной пластине, цветной, в зависимости от того, сколько красок, там двух-трех цветных, ну обычно трех. Я преподаю афорт в мастерской афорта в школе акварели Сергея Андреякина. Он пригласил меня на эту работу уже там лет 12, наверное, как. Вот. Ну, ко мне ходят люди заниматься. Есть и группы детей, также группы и взрослых учащихся. На этой выставке представлены несколько работ учеников. Мастерская работает вот уже 12 лет. Правило, все художники занимаются и живописью, и рисованием, какими-то еще техниками. Ну, а афорт, вот, он как бы дополняет, что ли, да? Потому что имеет свои особенные возможности, которых не дает другая техника. Вот приходит человек, говорит, хочу я вот научиться этому. Да? Ну, первое условие, чтобы он более-менее прилично рисовал, потому что без этого тут нечего делать. Вот. И я разработал такую коротенькую программу, ознакомительный курс по технике афорта, ну, примерно на год. Человек знакомится с основными техниками, приемами, все это в небольшом размере, учится печатать оттиски, делает какие-то работы небольшие, ну, упражнения. Да? За это время он понимает, насколько ему это нравится или не нравится, будет он дальше что-то делать или не будет. Вот те, кто остаются что-то делать дальше, и кому эта техника как бы на душу ложится, они уже работают в мастерской как художники. Они приносят мне сначала эскизы. Мы обсуждаем, советуемся. Да, я могу вносить какие-то, что-то советовать о композиции той или иной работы, или в какой из афортных техник ее сделать и так далее. То есть там уже идет работа непосредственно творческая, как ну, художник с художественным руководителем. Мы начали вплотную работать со школой Андреяки. Почему? Потому что мы как бы одной крови. Мы смотрим не друг на друга, а в одном направлении, в реалистическом направлении. Поэтому их выставки очень хорошо вписались в наш зал, в нашу тему, которую мы отстаиваем и поддерживаем, реалистическое искусство. И на этих выставках мы обучаем школьников, студентов, которые к нам приходят, и техники графической, технику афорта, кислотного афорта, сухой иглы, там, мезотинта, акватинта. Все это все здесь есть. Есть люди, которые в мастерской занимаются лет 8, там, скажем, а есть, кто приходит вот первый год. В таком процессе даже и друг у друга, наблюдая работы, вот те, кто приходит только что, видят работы тех, кто уже давно занимается, это тоже помогает им ну, увидеть какую-то перспективу или подсмотреть какой-нибудь прием технический.
здесь встречи происходят. У нас здесь детские садики, рядом школы, которые постоянно проходят ИЗО у себя и к нам приходят учиться. Они прекрасно разбираются, где натюрморты, портреты, пейзажи, да, пастозный мазок или это лессировка. Они уже все знают, а им всего там 5-6 лет. С этого года мы решили сделать бренд нашего зала. Это палитра, выполнена на фаянсе заслуженным художником нашей России Юрием Петровичем Леоновым. Он живет в Сергиеве Посаде. Он почетный гражданин этого города. И вот он нам сделал такую палитру. Это вот тарелочка, ее можно повесить в мастерскую. И вот мы уже несколько штук таких брендов вручили. И вы знаете, очень всем нравится. В Сергиеве Посаде существует интернат для слепо-глухонемых детей. Он в СССР существовал, и туда приезжали со всего Союза дети, приезжали иностранцы смотреть, как. И в этом интернате детей учили искусству. Были их выставки. И вот у нас частично, извините, есть такая выставка, это ученик именно Леонова, Алёша. Он слепо-глухонемой, его выучили лепки, он несколько лет с ним занимался. И вот эти маленькие фигурки. Это у нас благотворительная выставка.